Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1279. Стены дома 8 каменщиков сложили за 42 дня. Давайте запишем краткое условие. 8 каменщиков. 42 дня работают. Сколько нужно каменщиков, чтобы сложить стены такого дома за 28 дней? И задачу будем решать с помощью пропорций. И давайте сначала определимся, прямая или обратная у нас здесь пропорциональная зависимость. Чем больше каменщиков, тем меньше дней эти каменщики будут строить дом. То есть чем больше, тем меньше. Значит, у нас обратная пропорциональная зависимость. Поэтому количество каменщиков в первом случае так будет относиться к количеству каменщиков во втором случае, то есть к x, как количество каменщиков во втором случае, то есть здесь наоборот, количество каменщиков в первом случае, потому что у нас здесь, еще раз повторю, обратная пропорциональная зависимость. Поэтому в первом случае у нас на первом месте количество каменщиков в первом случае, на втором количество каменщиков во втором случае. А с другой стороны равенства все наоборот. На первом месте количество дней во втором случае, на втором месте количество дней в первом случае. Теперь получившееся уравнение решим с помощью основного свойства пропорции. Произведение средних членов, то есть 28 умноженное на x, равно произведению средних, то есть крайних членов, 8 на 42. X неизвестный множитель, чтобы его найти, нужно произведение разделить на известный множитель, а произведение то же самое, что и дробная черта. То есть 28 сразу можно в знаменатель опустить. И давайте сократим то, что у нас сокращается. 42 и 28 сокращаются на 7. 42 на 7 это 6, 28 на 7 это 4. 4 и 8 сокращаются на 4, 4 на 4 1, 8 на 4 это 2. 2 умножить на 6 в числителе остается у нас это 12, а в знаменателе единица остается. То есть x у нас будет равняться 12. То есть 12 каменщиков нужно для того, чтобы выложить стены за 28 дней. И можно записать ответ, потому что на вопрос задача мы с вами ответ нашли. 20, то есть 12 каменщиков. И выполнили задание 1279. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.